Добрый день. Важное сообщение. Для тех, у кого большие боли при выполнении данного комплекса «Бессмертный рис», и особенно при отклонении головы назад, вот, да, или вниз, следует обратить следующее внимание. Надо произвести или тесно стабильность, инстабильность шейных позвонков, или же прислать МРТ или рентген шейного отдела позвоночника. Но мы посмотрим, обязательно всем ответим. Консультация онлайн бесплатная. В первом случае, если у вас нет рентгена, можно произвести следующий тест. Из исходного положения отклоняем голову назад. Показываю. Вот так. Если при действии этого движения у вас очень сильно начинает болеть шея, или вас тошнит, или там другие симптомы, то при выполнении комплекса это движение надо исключить. То есть мы выполняем весь комплекс, исключаем движение, отклон назад и второе вниз. Вот это, да. Все остальные движения из комплекса рекомендуется, можно делать без никакой опаски. Смотрите следующее видео, в котором я объясняю, как правильно делать все остальные движения. До встречи. Всего доброго.